вы смотрите новости онлайн. После смерти гражданской жены Жанны Фриски Дмитрий Шепелев один занимается воспитанием их общего ребенка Платона. Он старается окружить наследника любовью и заботой, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным. Теперь же Дмитрий понимает, что еще хочет понянчиться с дочкой, поэтому он считает, что не остановится на одном ребенке. Еще до того, как я стал папой, меня спрашивали, кого я хочу, мальчика или девочку. Я же отвечал «мальчика», потому что, честно сказать, не знаю, что делать с девочкой. Скорее, из этих соображений. Хотя не буду скрывать, что о втором ребенке я тоже мечтаю, и мне хочется, чтобы это была девочка, считает Дмитрий. По словам Шепелева, несколько лет назад он даже не думал о рождении ребенка и собирался вести холостяцкий образ жизни. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!